Я когда признался ему в этом, значит, тоже уже. В общем, в стихах есть такой ритм, в общем-то, который и такая музыка, которую даже не надо придумывать. Ты просто их читаешь, музыка сама появляется. Вот. И вот, по крайней мере, те стихи, на которые у нас получились песни, вот они отличаются именно этим. А у меня еще просьба будет, можно кого-то попросить поэта? Просто подержать фотоаппарат, телефон. Нам для рабочего материала нужно. Я все могу, только я не умею им пользоваться. А там ничего не надо пользоваться. Вот, просто нажимать на эту кнопочку, все будет так хорошо сидеть. Да? Или, а может быть, вам давайте. Вот, да? Видно нас? А на красную нажать кнопочку? Да, на красную. Видно нас? Да. Ну ладно. Стихи Владислава Старикана в нашей музыкальной обработке. Сесть, пожалуйста, сядь. Тебе может сесть? Один, да, она как бы вот так нажмете, она станет такая, это снимает. Да, и на паузу. Да, да. Можно. Ромашки, пойди. Ромашки бегают, ромашки бегают, ромашки бегают, ромашки бегают на босу ногу. Сносило лето пару каблучков, и выкатилось солнце на дорогу. Читает старый клён поверх очков, по свежескошенной странице поля, псалтырь душистых сладких клевов. Вот ветер пастушок напился с горя, он гонит стадо черных туч коров. Ночь кубьевы кудри обронили в реку, и слёз льют до самого утра. Гусак и тух за рюмку карета, вдруг дождь пошел, льет, как из ведра. Ромашки босиком бегут по лужам, чему им неудобство каблучков. Мой старый клен зовет ворон на ужин и протирает стеклышки очков. Ромашки бегают, ромашки бегают, ромашки бегают. Ha ha ha!